Вот это дерево раньше могли себе позволить только короли и королевы. Так, у нас есть два дерева, два фундука. Нашли мы это дерево только в одном месте в Уфе. Больше нету. Так что одно мы посадим тут. Вот такой корень. Покажи поближе. Вот какие корни у дерева фундук. Вот. Есть один основной корень и от него вот ответвление. К сожалению, там не было вот так, чтобы было в горшке. Были последние три дерева. В общем, что было, то было. Но они в большом вот таком чане с грязью, с водой стояли. В принципе, листики есть, все выглядит хорошо, нормально. Так что лунку сделал чисто под корни. Многие поближе. Многие спрашивают, типа, какая ширина лунки должна быть, чтобы правильно посадить. Нету никакого правильно. Есть просто ваши корни. И смотрите, вот ширину, высоту примерно. Каждое дерево это индивидуально. Разный возраст, разное формирование корня. Вот для этого вот так делаете. Вот заталкиваете. Если влезло, то в принципе нормально. Все. И там уже смотрите, в какую сторону посадить дерево. Думаю, что как-то так. Вот да? Так, да. Угу. Что-то типа того. Вот, можешь показать корни. Вот смотрите. Мы пролили. Обязательно проливайте сначала туда воды, чтобы впиталась вода, и корни уже сели на мокрую почву. И они мягко, как на подушку, лягут. Для них будет нормально. Вот. Видите, по ширине все влезло, все спокойно. Это там листочек растет, что ли? Тут еще одно дерево вылазит вот рядышком. Ну пусть вылазит. Да, короче. Потом отрежем, и маме можно будет. Да, можно будет отсаживать. Да. Так что. И потом что делаем? Просто. Засыпаем это все дело с землей и все. Все, что нужно сделать. Чуть-чуть сюда. Да, вот так. Угу. Ровно? Да. Вот этот корень, вот смотри. Да. Он укоренится потом получше? Кто-то, да, это пытается из вырастить отдельные деревья, да. А у нас, вон оно, дерево самостоятельно вылазит. Потом можно это использовать. Отдельно еще одно дерево посадить. Все это дело уплотняем, конечно же. Чтобы дерево стояло четко. Чуть-чуть еще ко мне, Эдгар. Опять скривилась туда. Вот, вот так, да. Все нормально? Да. Сейчас. Потом подправим еще. Так, сейчас сажаем второй. Как у него интересно, да? Это получается вот тоже ветку, наверное, как правильно называется-то? Вот эту ветку согнули, она корни дала, и да. Ее здесь чикнули, да? Да, по ходу дела. Вот так вот эти веточки вырастают, и получается uh-huh. дерево. Вот она, корневая система какая. Наглядно ее видно прям. Uh-huh. Мокрая, хорошая. Тоже примерно вот по размеру сейчас, чтобы все вместилось. Так, посадим, наверное, вот так. Как раз прям село четко. Да. Что-то типа того.
все. И сразу так красиво стало. И, да. И теперь вот это прям такое красивое дерево. Так классно выглядит. Жалко, что его порезали, конечно. Где? В питомнике порезали. А, это ладно, да. Ничего страшного. Так. Это липа мелколистная. Какая-то оранж, да? Ну. Корневая, да, какая хорошая. Давай покажем, что тут вообще такое. Корни вон закругляются везде. Вон какая-то точка есть вон. Видишь? Может, это удобрение какие-то? Шарик какой-то. Нет. Возможно, они что-то подсыпали, что ли, да? Ой. Ого, лопается. Что это такое? А зачем ты его лопнул? Или это на корне так растет? На корне, вон, смотри. Штучка, и она лопается. Не знаю, оставь. Это что-то с корня так растут, не знаю. Так, что ты говорил про это дерево? Кто себе там мог позволить? А, сейчас я расскажу. Сейчас сначала поставим. Угу. Так, чуть повыше надо было, там, конечно. Потому да что... нет, нормально, этот, утопщится еще земля у нас рыхлая. Да? Да. Так, ты давай подожди. Тогда выберем как. Наверное, на солнце сделаем, оттуда его солнце, да? Так мы его не увидим, а так с той стороны мы будем его видеть. Вот так. Так? Да. Может, еще чуть-чуть развернуть? Мне кажется, вот так. Так? Нет, надо же, мы с той стороны дома будем ходить смотреть. Вон, видишь, как мы развернули? А боком мы и не увидим красоту. Нет, просто вот эти палки сюда начнут расти. Пусть растут, что, целую кучу места. Ну, как-то, мне кажется, вот я бы вообще вот так вот сделала. Вот так, вот так ровненько, да. Ну, давай так. Только палкой в ту сторону. Какой? Вот это бамбуковой палкой в ту сторону, да. Вот так. Так? Да. Бамбук надо будет подкорректировать. Вот это вообще убрать надо. Срезать. Не, давай потом сначала. Оно этот, шаткое. Да. Пока пусть так постоит, а потом уже это... Уберем. Так, нормально? Да. Что-то ты в ту сторону наклонил, да? Туда. Вот говори-ка. К себе чуть-чуть. Вот так. А оно это само к себе еще. Ну вот да, оно что-то шатается. Шатается, надо будет подкорректировать. Сделать, чтобы угу. Поменьше ее шатало. Сейчас, Эдвин. Так, вроде нормально. Но вот эти штучки мы уберем угу. И подвяжем нашими завязками. Так что, ну, как-то вот так. Вот такая фигня. Фигня. Так. Вот это дерево раньше могли себе позволить только короли и королевы. Во многих странах. У кого росло такое дерево, они считались, в общем, такие известные личности в стране. Так что это статус короля. И есть ролик даже там, девушка одна рассказывает, говорит, если вы хотите почувствовать себя королем или королевой, посадите во дворе вот такое дерево. Мы этого не знали, и так получилось, что оказались королем и королевой. Вот дерево, получается, вот оно.
Тилия кордата. Так что, кто мы? Короли и королевы. Это наше царство деревьев. Еще посажены, получается, деревья. Липа, фундук, фундук. Два фундука не нужно, чтобы взаимо вот это опыление происходило. Дальше там у нас еще есть местечко. Там еще, наверное, дерево или два можно посадить, смотря какое. Но одно дерево туда точно можно посадить. У нас магнолия есть. Да, и у нас сейчас еще есть деревья, так что смотрите дальше.